Мокнуть мешти, мокнуть сподні, зашмальцовані шкарпетки, а я стою в вальоновім плащі. Мокрий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ гамсає. По чому гамсає? Всім огромний привіт. У мене, знаєте, що на календарі? У мене на календарі устрой утреннюю тренировку на природі. Показываю вам, отсвечивать немного. Но нам повезло. Кому повезло? Мне повезло. Мне повезло. Сквозняк. Сквозняк. Нету солнца, но все равно жарко. Вот. А у нас сегодня суббота, 9 июля. Устрой утреннюю тренировку на прогулке. А у нас утренней тренировки нету, потому что немного падает дождик. Так, у меня немножко другой вид на обзоре моих классных и ужасных. Потому что каждый раз одна и та же майка Вентурино, а сегодня немножко вот такой другой прикид. Друзья, классные и ужасные. Оставляйте комментарии, обязательно оставляйте комментарии. Читаем комментарии не только я, а и все, кто заходит на канал, оставляем и делимся с вами классными и ужасными средствами. А эту коробку, которая осталась после салфеток, я расскажу, что с ней можно сделать, но это будет в конце видео. Поэтому тот, кто, знаете, я такие классные идеи, классные мысли оставляю на потом. Поэтому кто досматривает видео до конца, имеет большой плюс. Поэтому с коробкой до конца. Что-то я не могу сегодня собраться с мыслями. Вы знаете, иногда готовлюсь, а сегодня так спонтанно включил видео и не подготовленный. Так, коробка. Здесь было 200 штук. Круто. 30 с чем-то она стоила. Салфетки всегда нужно, как говорится, в хозяйстве. Так, дальше смотрим. Ребята, вот так, знаете, буду вытягивать и с вами делиться. Поэтому еще раз говорю, оставляйте свои комментарии, кто чем пользуется. На фейри останавливаться не буду, потому что всегда использую фейри. А в последний раз там мне прислали такой классный фейри, пену. Поэтому, наверное, буду переходить на фен. На фен. Все. Буду переходить на пену. Фейри. Друзья, кто использует фейри, пожалуйста, пишите, может что-то есть лучше фейри, но я много перепробовал, это не реклама. Да, перед видео всегда, когда я говорю, когда делаю обзор на классный и ужасный, я говорю, это чисто сугубо мое мнение, все товары куплены за мои деньги, это не реклама и не антиреклама, поэтому это сугубо мое мнение. Рекламы здесь никакой нету, антирекламы тоже, это все сугубо мое мнение. Вот, поэтому... Может, кто-то пользуется каким-то другим средством, поэтому оставляйте тоже комментарии. Хочу сказать, что у нас из Польши начали завозить фейри. Они литр 350 грамм. И я хочу сказать, что они по качеству намного-намного лучше. Это из стран Евросоюза. Не знаю, где изготавливается фейри. Вот этот, который с переводом. Но мне кажется, он изготавливается в Украине. А вот эти, которые литр 350, которые привозят, понятно, из Польши, изготавливаются в евространах, и поэтому, мне кажется, качество лучше. Может, я ошибаюсь, но, конечно, вы оставляйте тоже свои мысли, свои комментарии. Фейри подорожало, да, не спорю. Не знаю, сколько сейчас стоит баночка, но подорожало. Так, куда скидывать гарбич? Кстати, тоже, ребята, у меня отдельно есть коробка от новой почты. Коробки от новой почты. Я сортирую картон. У меня есть для картона от всяких этих, а для пластика, для бутылок я все выкидываю через мусор, все сортирую. Поэтому, знаете, призываю вас тоже хотя бы чуть-чуть немножко тоже это делать. Дальше призываю. Уже, наверное, тоже вас задолбал, потому что в каждом обзоре, Head and Shoulders, просил, чтобы в комментариях писали мне, какие шампуни против перхоти можно еще использовать. Да, писали мне, Сульсена помогает справиться от перхоти, но я как-то, знаете, нужно купить, попробовать Сульсену. Хочу сказать, что Head & Shoulders помогает справиться с перхотью, и также этот покупал Незарал. У меня еще там немножко есть. Незарал тоже иногда мою Незаралом. Но Head & Shoulders через день-два волосы очень быстро жирнеют. Поэтому, может, кто-то знает, какие хорошие шампуни помогают справиться, обезжирить волосы. Только не пишите там, я знаю, что многие могут сейчас написать, что
уксус или там еще что-то с чем разводить. Я это не умею делать. Поэтому, может, кто-то знает, что есть какие-то шампуни точно, которые помогают обезжирить волосы. Хотя бы на, ну хотя бы не на. Мне кажется, таких шампуней и нету, друзья. Head & Shoulders. Тоже подорожал. 80 гривен. Я знаю очень хороший магазин. 80 гривен. А в Еве, ну если попадете в акцию, то 80 гривен это очень хорошая цена на сегодняшний день. И из шампуней, что из шампуней? Из шампуней больше ничего. А, за месяц у меня ушло две банки. Сейчас напишут. Много химии используете, много химии едите, много химии одеваетесь, много дышите химией, спите в химии и вообще выходящая химия. Ой, еще один Head & Shoulders, ребят. Смотрите, еще один Head & Shoulders с запахом Old Spice, старый перец. В переводе Old Spice, старый перец. Ну, Procter & Gamble. Обожаю эти запахи всякие новые. Знаете, как говорится, не стоит Head & Shoulders на месте. Кстати, тоже пишите, как вы подбирали себе шампунь. Сколько вам пришлось купить тюбиков банок шампуня, чтобы вы нашли свой? Очень интересно тоже. Пишите, пишите обязательно, не стесняйтесь, потому что мы все читаем комментарии, как я уже опять говорю, только не я один читаю. Так. Крем-гель для умывания. Всегда беру какие-то умывалки, стараюсь брать не очень дорогие, потому что, ну, это есть умывалка. Ты смыл, оно как все попадает в раковину, улетает, все смывается. Стараюсь брать для жирной кожи. Кстати, мне спасибо девчонкам, которые написали, что, знаете, я когда-то, ну, не знал, и старался высушить свою жирную кожу, ну, зону Т. Потому что, как мне казалось, она жирная, блестит на жаре. Их всегда хотелось высушить жирную кожу. Девчонкам большое спасибо. Сказали, что жирную кожу пересушивать не надо. А берите обыкновенные умывалки для нормальной кожи. Ну, вот с тех пор я и пользуюсь. Кстати, даже пользуюсь. Сейчас летом вообще, ребята, жара, поэтому прихожу домой, мою руки, набираю вот сколько там в ладошку вот этого вот очищающего средства и умываюсь. Холодной водой умываюсь, и кожа сразу дышит. Даже после того, как принимаю душ, а вот шампунь, да, там после шампуня у меня этот Head & Shoulders маска, бальзам, смываю, чувствуется на лице, что шампунь остался. А когда еще пользуюсь этим шампунем ментолом Head & Shoulders, это вообще, ребята, глаза пекут, поэтому после шампуня даже использую умывалку. У меня самая дешевая, 40 гривен, Биокон, натуральный догляд, крем-гель для умывания, учищу шкиру без мыла, нежность крема, чистота и мякость шкиры. Биокон 150 грамм, 40 гривен. Вот. За месяц я использую тоже эту умывалку. Ну, понятное дело, Рексона. Видите, еще ценник, да? 41,50. Рексона 41,50. Еще раз повторюсь, до Рексона я пользовался Amway. Но так как Amway поменял дизайн давно, да, помните? Дезодорант Amway был в серой упаковке, а потом он стал в белой, и поменялось, к сожалению, не только дизайн, но и поменялось качество. Ничего против Amway не имею, но не удовлетворяет меня качество, к сожалению. Ну и, конечно, может, если бы даже и было хорошее качество, я уже не позволю себе на сегодняшний день заказать дезодорант Amway. Поэтому нашел Rexona, иногда покупаю Нивею, если есть по акции. Но сегодня Rexona стоит 60 гривен мужская, а женская еще по 45 можно найти. Поэтому, девчонки, если вы пользуетесь Рексоной или Нивеей, и вы увидите цену 45 гривен, 45 гривен, послушайте меня, возьмите себе на лето пару баночек, кто пользуется спреями. Ну, а кто пользуется другими, там, шариками или еще, то... Так, дальше. Конечно, всегда очень давно отсвечивает. Ну, надеюсь, вы увидели, да, спрей для ног. Пользуюсь всегда и летом, и зимой, и осенью, и весной. Летом, конечно, когда прихожу, принимаю душ и ложусь, дезодорирую свои ноги, 3 в одном, зеленая аптека, когда-то была очень хорошая цена, 36, 38, 40 гривен, теперь она стоит 90 гривен, со скидкой я нашел по 60, тоже использовал уже новое, у меня там стоит на полочке, вот зеленая аптека, а до этого я заказывал в Орифлейме со скидками и в Эйвене. Кстати, я хочу заказать, да, еще скажу, да, и когда вот начинается осень, там зима, тоже одеваешь носки, все равно нога потеет, и в этих унтах уги, все равно пользуюсь этим, побрызгиваю ноги, одеваю носки и нога, а когда приходишь домой, снимаешь эти потные
носки в торговых центрах, знаете, как на улице холод, из холода в торговый центр или из маршрутки опять холод, и поэтому нога, ну не знаю, как у вас, но у меня сильно потеют ноги. У меня очень сильно потеют ноги, поэтому меня очень выручает вот эта вот штука. Может, кому-то тоже будет кстати, может, кто-то, ну, пишите, пожалуйста, поэтому тоже мне интересно. Все, потому что там много уделяю внимания этому справе для ног. Так, еще что хотел сказать. Еще что хотел сказать, и вылетела мысль, видите. Хочу просто много всего рассказать. Был по акции, не помню, очень какая-то акционная цена, то ли 40 с копейками, поэтому использовал его очень рад в Ватсонсе. В Ватсонс часто не хожу, предпочитаю Еву. Иногда могу зайти в Ватсон или Простор, но там скидки очень редко бывают, какие-то хорошие скидки. Кстати, тоже пишите в комментариях, в каких магазинах вы покупаете, ну, бытовую химию или вот эти вот дезодоранты и все остальное. Ребята, взял вот этот Джонсон мыло. Куском мыла идет, да? 125 грамм. Запах такой нормальный. 20 гривен оно стоит. Я его покупал в АТБ Джонсон. Но хочу сказать, что когда я его открыл из коробки, это пустая упаковка. Видите, она пустая. Пустая упаковка. Хочу сказать, что я недоволен этим мылом. И даже недоволен, на руках оно не остается ни аромата, ничего. Даже на вид оно как, знаете, как хозяйственное мыло, честно скажу. Вот только что название фирменное. На руках не остается ни аромата, ни какого-то, ни эффекта. Что, ну, руки помыл, помыл, понятно с тобой. Но я что-то недоволен. Пахнет, пахнет. А чтобы руки пахли там, ну, больше брать это точно не буду. Так. Чищу пастами, продолжаю чистить пастой Лакалут. Закончилась моя паста Лакалут. Думал взять другую, вяжущую, потому что у меня эти ясно. Что-то не знаю, привык к Лакалуту. До этого брал Колгейт, блендамеды разные. А потом как-то Лакалут мне понравился. Я присел на Лакалут. Честно, перестали кровоточить ясно. Закончился мой Лакалут. И я думаю, возьму, там мне в комментариях тоже понаписывали, я просил, чтобы мне написали, какая еще хорошая такая вяжущая паста, мне написали, я уже забыл какая, но мне в посылке прислали девчонки, спасибо большое, пасту опять Лакалут, поэтому опять пользуюсь пастой Лакалут, спасибо вам огромное. Еще вот такая вот щетка в подарок идет, кстати, я ее открыл, попробовал, очень мягкая, хорошая, но пользуюсь еще своей с древесным углем. И чуть-чуть еще месяц попользуюсь и буду пользоваться уже этой Лакалут. Конечно, тоже подорожали. 75 гривен стоит, учитывая, это нормальная цена Лакалут. Так. Губки, своя линия. Очень тоже много перепробовал. Кстати, тоже прошу вас, хозяюшки, напишите, пожалуйста, мне, какие губки кухонные для мытья посуды вы берете, какое хорошее качество. Может, есть такие губки, которые, я не знаю, дольше сохраняются. Ну, дольше по качеству лучше. Поэтому напишите. По качеству пока что я свою линию беру. Закончился Листерин. И, наверное, друзья, пока что я остановлюсь. Да, потому что очень тоже сильно подорожал. Если будет где-то акция, хорошая скидка, то я возьму. Но пока что сделаем паузу. Очень подорожал Листерин. Ну, ополаскиватель для зубов. Так, дермазол, о том, о чем что я вам говорил. Беру вот эти вот дермазол, Низарал, помогают. Но тоже они по 180 гривен. Ребята, сейчас в аптеке стоят, как вы знаете, да, там 100 миллилитров. Это вы считаете нормальная цена. Но помогает он. Хорошая штука. У кого есть перхоть, помогает, справляется. Так, анти септик. Это я вам говорю, просто специально кинул, тоже у меня закончился. Тут никакого это ничего я не рекомендую. Просто вам хочу напомнить, что все равно носите с собой антисептики. Обязательно носите. И если вы в маршрутке, на работе, все равно пользуйтесь антисептиками. Берегите руки, берегите свое здоровье. А что, жизнь такая, друзья. Недавно для себя, ну как недавно, уже, наверное, где-то год. Ну вот, да. Где-то вот уже будет. Для себя открыл влажная туалетная бумага. Ну, понятное дело, дома я ей не пользуюсь. Зачем дома пользоваться? А что, всякое может быть. А вдруг где-то ты гуляешь, тебя приспичит. Ну, мы люди.
И такое бывает, поэтому всегда у меня в рюкзаке влажная туалетная бумага. Можно использовать ее по назначению, очень хорошо помогает справиться, ну, с этим справиться. 45 гривен, 40, вот так вот, где-то 38 баксов, это тоже очень хорошая цена. Всегда тоже в рюкзаке у меня влажные, мокрые салфетки. Кстати, антибактериальные тоже вот такая вот классная штука. Антибактериальные. Я даже не знал, что есть в больших упаковках антибактериальные. Поэтому буду теперь брать такие большие упаковки. В рюкзак положили себе, кинули. Даже если у вас чуть большая какая-то сумка-шопер, не беру маленькие. Я считаю, что если вы берете маленькие, это, ну, выброшенные деньги на ветер. Берите большие упаковки, это намного дешевле. Ну, вы экономите свои деньги. Я, как уже сколько раз говорю, мой канал, мои видео специализируются на том, чтобы сэкономить ваши финансы. Я даю вам советы, как сэкономить ваши финансы. Так, друзья. И последнее. Вот такая вот штука. Очень классно пахнет. Я уже... Это не глайд, кажется, нет. Это бризаль какой-то. Арома. Бризаль арома. Я его специально так вот открыл. Чуть-чуть приоткрыл. Он уже все. Я уже его выкинул. Я где-то его полгода носил тянул в этом, тягал в рюкзаке. Знаете, иногда такой, я не знаю почему, но какой-то такой запах, не то что неприятный, какой-то непонятный запах стоял в рюкзаке. Казалось бы, ничего там не ношу, ни обуви, ни носков грязных, но запах все равно какой-то был. Поэтому просто чуть-чуть открыл и освежился рюкзак. Нормально, помогает. И что ж, а сейчас я вам покажу, что можно сделать, друзья, из вот этой коробки. Не выкидайте такие коробки, а сейчас... Лайфхак. Ребят, все делается очень-очень просто. Смотрите, у меня вот такая вот коробка, но я знаю, что продаются вот такие вот бумажные носовые платки, салфетки в красивых упаковках. То есть здесь могут нарисованы быть цветы какие-то, могут быть простые, какая-то однотонная розовая, могут с разными быть этими круассаны какие-то быть нарисованы. Поэтому, если вы планируете сделать такую сейчас коробку, как я вам покажу, можете взять такую красивую коробку. Но если вот такая коробка, в таком случае, как у меня, можно взять красивую оберточную бумагу. Разрезаем вот так вот. Смотрите, режем вот так вот края сверху каждый. Вот так вот. Потом разгибаем и отрезаем. Видите, там снимаем вот эту клеенку и срезаем. Вот так вот срезаем. И так каждый срезаем. И тут точно так же. Снимаем клеенку и везде вот так вот срезаем. Все, обрезали, да? Все, это в мусор выкидываем, нам не нужно. Теперь берем этот, как он правильно называется? Все время забываем. Степлер. Если у вас нету степлера, вам тогда понадобится скотч. Загибаем края все в середину. Вот, если у вас есть красивая бумага, делаете обертку на упаковке. И вот так вот. Раз, два, раз. 2, 3. И тоже со всех сторон. Если у вас нету этого степлера, то можно скотчем. А скотчем вы просто вот эти вот все края, которые загнуты в середине, вот здесь просто заклеиваете скотчем. Все, и у нас получается вот такая вот красивая коробка для наших всяких мелочей. Друзья, всем огромное спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.